Несварение речи наблюдается у многих. Словесным поносом называют хип-хопе. Когда у рэпера в голове вместо мозгов навоз, и он хлопает глазами, когда с него берут спрос. И когда нету причин для написания диса, он говорит, это законы такие у шоу-биса, что на самом деле о себе совсем другого мнения. И все это всего лишь спектакль, представление, шоу, игра, театр, маскарад, только для того, чтобы попасть в хит-парад. Я, конечно, рад, что молодые таланты появляются, но за такие понты их нужно вешать за яйца. Я не против развития рэпа и движения, но срал и на развитие, когда плюют на уважение.